Друзья, всем привет! Ради экономии времени сразу приступим к техническому процессу, а по самой сегодняшней самоделке могу сказать только то, что, на мой взгляд, это будет самая путевая самоделка из тех, что были до сих пор на моем канале. Но не буду настаивать, конечно, на том, чтобы и вы так же думали. Посмотрите и решите сами. Приятного просмотра, а мы приступаем. Это уже второй алмазный диск, который требуется для нашей самоделки. Сейчас мы его быстренько разметим. Немного отпилим лишнего металла. Доведем до блеска и доработаем напильником. Получается у нас такая девятиконечная звездочка, как раз нужной толщины металла. Спасибо старым, израсходованным алмазным дискам, которые найдутся, наверное, у каждого. Thank you.
Итак, сборка уже почти окончена. Остается установить смазочный механизм. И будем производить уже первый запуск нашей самодельной аккумуляторной пилы. Самому интересно, заработает эта вся система. Ну, как видим, на холостых пока работает отлично. Пойдем протестируем с нагрузкой. Начнем с веточек потоньше, а потом посмотрим. Ну что ж, с мелочевкой справляется. Теперь хватит баловаться. Посмотрим, справится ли эта малышка с деревом целиком. Скажу сразу, гринписовцам волноваться не стоит, так как яблоня эта уже практически мертвая. Прошедшим летом плодов я от нее так и не дождался. В общем, ожиданий моих не оправдало. За что и пойдет на дрова. Хоть какая-то польза. Ну что, друзья, по данной самоделке скажу, что лично меня она очень впечатлила. Честно, сам не ожидал, что все так получится. В сравнении с бензопилой у этой просто множество преимуществ. Это и работа без топлива, не нужны никакие свечи. И самое главное, это включение. Не надо ничего дергать до потери сознания, а простым нажатием на кнопку без лишних телодвижений запускается без проблем весь механизм. И еще одна приятная мелочь – это громкость. Ничего не тарахтит, не ревет, и соседей не будет в 8 утра. Только небольшое жужжание. Ну что ж, на этом буду заканчивать. Надеюсь, был кому-то полезен. Всем хорошего настроения. Пока!